прошлом году Орловская область полностью выполнила план Министерства обороны по призыву. Более 2300 человек наш регион направил войска. Текущий призыв тоже идет по плану. Об этом заявили на совещании в администрации Орла. Более 1000 жителей региона отправятся на службу в армию по итогам весенней призывной кампании. Медкомиссию уже прошли более 600 человек. Призывники этого года будут нести службу в пределах Западного и Центрального федеральных округов. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Владимире, Белгороде. Кстати, опыт Орловщины в деле призыва был высоко оценен Министерством обороны. Центральная конкурсная комиссия, которую возглавлял генерал-лейтенант Каспирович, были подтверждены наши результаты работы Орловской области в вопросах подготовки граждан к военной службе по организации проведения призыва граждан на службу. На смотр конкурс выдвигались три субъекта. Это Орловская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан. Результаты будут подведены в первой декаде июня.